Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале небольшая распаковочка. Распаковывать мы будем сегодня с вами стекла. Два стекла у нас, стекла от компании Mokolo. Я думаю, что я правильно читаю. Одно стекло у нас для смартфона Xiaomi Mi Note. Вот для этого вот, ну не для моего смартфона, для другого, точно для такого же. И второе стекло у нас для Meizu M3 Note. Это я купил чисто ради интереса для M3 Note, а для Mi Note мы искали изначально стекло Nilkin. Вот у меня сейчас здесь стоит Nilkin, видите, оно здесь, ну не до конца, но да, то есть здесь 2,5D у нас стекло у смартфона, и оно у нас не до конца, смотрите, видите, по краям везде есть такие у нас зазоры. Эти же стекла должны у нас полностью закрывать экран, то есть, ну сейчас посмотрим. Они клеятся другим способом, ну как другим, там по краям должна быть такая липкая, липкий слой такой быть, и они приклеивают. Я такое уже приклеивал ради интереса, для наклеивал, менял экран для Meizu M3S, и продавец мне положил такое стекло в комплекте, но оно, не знаю как эти, сейчас посмотрим. Там, когда на него смотришь через него, там какие-то точки вот такие, вот так вот, так точки, полосы, и вот так вот, вертикальные и горизонтальные. Ну, смотрится, если честно, убого очень. Я приклеил, ну да, оно действительно полностью закрывается, но вот эти вот точки, оно даже, вот когда смотрите, вы включаете телефон, и даже тогда их видно. Ну, это очень некрасиво смотрится, я просто взял, оторвал его, и, ребята, я его замучился отрывать, вот честно говорю вам. Так что, когда покупаете, будете, если брать такие стекла, смотрите, его или греть надо, чтобы оторвать. Оно, получается, вот по периметру вот так вот приклеивается, и очень сложно его отрывать. Так, ладно, смотрим. Давайте начнем с этого стекла. Ну, обычно у нас коробочка, здесь у нас аксессуары. Скорее всего, здесь у нас салфетки лежат. Да, салфеточка, все фирменное. Такая вот штучка есть, влажная салфетка и тряпочка для протирки у нас здесь, да? Так, это убираем, и давайте посмотрим на стекло. Хорошо сделано так. Так, белое стекло, белое и заказывал я. Вот оно, смотрите, как оно выглядит. Да, это у нас полностью прозрачное, то есть через него хорошо все видно. А там, я говорю, были такие вот точки. Ну, то есть, очень много точек, вот так вот они получаются, горизонтально, вертикально. И это стекло, оно очень тонкое. Вот такое вот. И здесь, смотрите, такие у нас сделаны эти штуки. Не знаю, это для логотипа, думаю, зачем же здесь отверстие. И смотрите, вот оно у нас как будет. То есть, оно у нас по краям, я так понимаю, все равно оно у нас не прилипнет, но не будет заметно этого. То есть, потому что оно у нас непрозрачное, это стекло, ну, по краям покрашено, и этого видно не будет. Ну, в принципе, все подходит. Вот оно, все подходит, но опять же, оно не до самых краев, смотрите. Видите, есть небольшое расстояние. Ну, насчет олеофобности не знаю. Здесь вот олеофобка очень хорошая на стеклах Nilkin, прям классная вообще. Это стекло я ношу вот с момента, как я начал пользоваться смартфоном. То есть уже более полутора лет я ношу этот телефон. Если я не ошибаюсь, конечно. Но больше года это точно. И очень доволен этим стеклом. Оно не царапается, ничего на нем нету. Ну, я ношу, правда, в чехле все это дело. Так, значит, вот такое вот у нас стекло. Так, есть одно у нас. Давайте это мы уберем. Так, по цене не сказал я вам, да, ну, в принципе, стекла недорогие. Вот на Mi Note стоит 3,84, это у нас в рублях 256 рублей. А на M3 Note стоит чуть дороже, вот оно, 4,19 и 279 рублей. Ну, в пределах 300 рублей, я думаю, нормальная цена для такого стекла. Ну, опять же, это вот на любителя вот такие стекла. Они, кстати, есть там и черные, и золотые, то есть можно, допустим, у вас смартфон, если белый, то вы можете черное стекло все наклеить. Но опять же, вот эти вот все отверстия, они будут здесь черные. Вот здесь вот все это будет чернота. Ну, не знаю, как это будет смотреться, конечно. Красиво, некрасиво. Решать только вам. Ну, в принципе,
смотрится, как по мне, нормально, белое на белом. Как будет на это черное на черном, не знаю. Так, и вот такое вот стекло. Померить, примерить, к сожалению, не на чем. О, а здесь наклейки, смотрите, еще есть. А тут почему не было их, что ли? Давайте посмотрим. Не достались, может, они? Ага, вон они внутри там лежат. Все, отлично. Вот наклейки, догадались, да, для чего эти наклейки, как я вам показывал, клеить их стекла. Ну, как вот в прошлом видео, по-моему, я вам показывал. Так, ну здесь подобное стекло, только черного цвета. Ну, к сожалению, повторюсь, телефон сегодня, кстати, последний я отдал. Есть какие-то небольшие такие искажения, я не знаю, как вам это показать. Ну, вы, наверное, этого не увидите на свету. Ну, по-моему, это от пленки, от вот этой вот пленки, она тут поляризуется, по-моему. Вот она отрывается, вот эта пленка. И вот этот слой здесь, он липкий, вот этот вот. Вон там отпечаток даже остался мой. То есть, это вот все черное, это все здесь клей. И когда оно вы приклеили, его потом вот тут кое-как, ребята, оторвете. Я вам серьезно говорю, если разобьете стекло, вот это вот, то вы его замучитесь отрывать. Потому что, видите, здесь способ наклейки другой. Здесь вот на этом месте, здесь ничего нету, я так понимаю. Есть только клей, но здесь, возможно, какой-то силиконовый есть, клей есть, наверное. Но тут, видите, как плотно прилегают края, чтобы сюда никакая пыль не попадала. То есть они приклеиваются. Так что вот такие вот у нас, ребята, сегодня были два стеклышка. Не знаю, если кто-то уже такие покупал, напишите, как вам такие стекла вообще. Нормально, ненормально. Ну, я вот это вот чисто я заказал, чисто из интереса. Ну, может быть, я вообще продаю стекла. Ну, кому-нибудь, может, предложу из покупателей такое стеклышко. Обычно я заказываю такие попроще. Ну, здесь уже более-менее видно, какая-то фирма есть. Ну, хотя упаковка, в принципе, она у всех такая стандартная. Но здесь она такая более выполнена прикольно. И вот здесь вот все это в пленочках. Приятно держать, все открываешь. Здесь кармашек такой есть. Аксессуары все лежат. Ладно, в принципе, ребята, на этом, наверное, сегодня будет все. Ссылки на стекла будут в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Там есть разобраться на разные телефоны, есть стекла. Так что на этом, в принципе, все. Если видео было для вас полезным, обязательно ставьте палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока, еще увидимся.